республике насчитывается около 28 тысяч пациентов с диагнозом пневмония. И это только те, у кого ПЦР-тест дал отрицательный результат. Об этом на брифинге сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гениат. Она отметила, что почти все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Более 300 в крайне тяжелом состоянии. Также вице-министр добавила, что в стационарах получают лечение свыше 400 тысяч человек с диагнозом ОРВИ.